В Алматы разрешился культурный скандал вокруг мурала, который прославился после того, как его неожиданно закрасили. Чуть меньше, чем за 2 недели снова написали ту же картину, но уже за счет подрядчиков. Люди так именно против закраски этого мурала так подняли шум. Благодаря этому получилось, что получилось установить. Я пыталась сделать авторский надзор, вот, но сегодня мы приехали вот с Куанышем, позвали его моим мужем и с автором. Вот, и он сам залез на кран и доделывает вот сегодня. Сейчас художники заканчивают работу. Авторы картины согласились проконтролировать процесс. Больше недели назад, во время ремонта фасада, подрядчик полностью закрасил мурал с бабушкой и детьми. Чиновники тогда объяснили, что их якобы в известность не ставили. И только после общественного резонанса приняли решение восстановить изображение. Платить за это пришлось подрядчику. Точную сумму власти не называют. Известно, что только на материалы понадобилось больше 1 000 000 тенге. Мало того, художники говорят, в точности повторить оригинал не удастся. Художники, когда выполняли данную работу, они вкладывали туда определенные свои желания, свои силы. Конечно, сложнее. И так как было уже, мы, собственно, сделать это и не сможем.